когда ничто уже не важно. Действительно необходимое проходит незаметно. Никогда не думал, что все самое интересное в моей жизни начинается с падений. Упасть несложно. Один шаг, и ты летишь. Поднимешься или нет, это прихоть самой капризной в мире леди. Удачи. После аварии я думал, мы с ней подружились. Но долго обманывать мне себя не пришлось. Смерть Стесс окончательно выбила меня из колеи. Я не знал, куда себя деть и куда податься. Со школьной скамьи мы были неразлучны. Один порыв ветра, один исчезнувший знак на дороге, одна пропасть, две жертвы. Я и Тесс. Обрыв, поглотивший мою невесту, притягивал меня все сильнее с каждым днем. Я просыпался и думал о нем. Я ел и думал о нем. Я напивался и шел туда пешком под дождем, рыдая и крича в него, проклиная с яростью и болью в груди. И когда в моем сердце не осталось живого места, я сел за руль. Я жал на газ, несясь сквозь красные огни, сквозь вой сирены и ограды, что возвели после гибели Тесс. Меня невозможно было остановить. Ведь те, кто гнался, в последние минуты хотели спасти, а не арестовать. Их желание было слабее того, кто хотел умереть. Я победил. И теперь я здесь. В мире мертвых. И
я пишу эти строки на тот случай, если вдруг меня не станет. Я хочу кое-что оставить о себе и, возможно, помочь тому, кто это прочтет. Знания, которые я передам в этом дневнике, поверхностные, но даже за них здесь карают высшей мерой. Мое появление здесь для меня загадка. Я попал сюда не так, как все остальные. Обычно сюда прибывают на лодках. В этих лодках находятся некогда умершие на земле люди, возродившиеся в своем обличии здесь. Все абсолютно идентично. Пол, возраст, привычки. Но одно из немногих отличий от земного пребывания – это законы, по которым живет тело. Тело неразрывно связано с душой. Если на Земле мы не чувствуем этой связи, то здесь она чувствуется сразу. С той же скоростью, что и срабатывает наша нервная система, когда нам... И больно в этом мире в основном из-за того, что душа наша не совсем чиста. Все новоприбывшие покойники обезображены порчей. Их тела прокляты ровно настолько, насколько больна их душа.